Всем привет, с вами я, Ромчик. И сегодня я второй день подряд буду играть в Акинатора. Только сегодня у нас не будет Шурика, мы поиграем вдвоем, значит. Псевдоним создадим Ромчик. Channel. Возраст 19 лет. Мужчина. Играть. Ну, посмотрим. Давайте сейчас... загадаем, значит, я поставлю планку, за которую Акинатор должен угадать этого персонажа. Я бы угадал этого персонажа за 17 вопросов. Ваш персонаж реален? Да. Женского пола? Нет. Русский? Да. Благодаря Ютубу? Да. С игрой Майнкрафт он связан. Скорее нет, не совсем. Нет, не капитан. С GTA Online нет. Работать с напарником. Ну да. Я не знаю. Я не знаю. Красное нет. Скрывает свое лицо. Скорее нет, не совсем. Нет. Да. Но Акинатор, я не знаю. Ладно, давайте Акинатору дадим 25 вопросов. 25 вопросов. Худой. Ну, да. Я не знаю. Нет. Нет. Да. Постоянно ли он... Да нет. Да я не знаю про Томск. Нету. Нет, по-моему, я не знаю. Валера Москвитин, Челлендж Майн. Нет, это не он. Нет, мы не будем продолжать, значит. Шворткипер был вариант. Владнек, Супер Евгеха, Дэн Шмальц, Аси, The Master. Евгеха, что стоит? Ладно, это ТРСР. Браво, вы победили меня. Я тоже рад, что я победил тебя. Ладно, давайте теперь я дам, чтобы отгадать ему сейчас. Сейчас, я не знаю. Ладно, я продолжу запись, когда я все-таки придумаю кого-нибудь. Так, я придумал все-таки, я сделаю так. Первый вопрос я буду загадывать летсплейщика. Второй вопрос я буду загадывать какую-нибудь известную игру или известного человека. А в третий раз я буду загадывать какую-нибудь интернет-программу. Значит, персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм. Нет. Девушка. Девушка. Нет. Так, я даю ему Акинатору. Давайте так. 50 вопросов все-таки будем давать. Существовал в реальности, да? Знает вас? Нет. Старше 40 лет? Я не знаю. Русский? Да. Благодаря интернету? Скорее нет, не совсем. Актер? Нет. Не политик? Не певец? Имеет отношение к спорту? Не участвует в боях? А к футболу? Скорее нет, не совсем. Да. Лысый? Нет. Фамилия? Нет. Комментатор? Да. Футбольный журналист? Нет. Связан с космологией? Нет. Как-то связан с Калининградом? Да нет. На телеэкране? Да. Я думаю, это Дмитрий Губерниев, и Акинатор прав. Акинатор прав. Это спортивный комментатор. Дмитрий Губерниев, комментатор по биатлону, бобслею, скелетону и многим другим видам спорта. Кстати, надо отметить, что это мой кумир. Ну, как-то Акинатор быстро отгадал. В следующий раз я ему дам 100 вопросов, но он не должен отгадать. Это программа, как-то связанная с компьютером. Да, это Губерниев. 12807 раз. Ладно, играем снова. Известен своими видео на YouTube? Нет. Ну,
Как сказать? Ну, возможно, частично он связан. Женского пола? Нет. В России, возможно, частично существовал в реальности. Ну, возможно, частично. Есть голова? Нет. Есть пальцы? Нет. Имеет отношение к технике? Возможно, частично. Человек? Нет. С компьютерами? Да. Компьютерная программа? Ну, возможно, частично. Нет, не мылся. Кольца не носит? Нет. Генгу? Да опять Генгу? Нет. Нет и нет. Да. Известен благодаря окульной музыке? Скорее, нет, не совсем. Лизирует птица? Да нет. Королевский титул? Нет. 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 Благодаря интернету? Ну, возможно, частично. Нет. 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 Ну, возможно, частично. Есть шерсть? Нет. Готовится? Нет. Не нежная у него кожа? Нет. Из бумаги? Нет. Быстро бегает? Нет. Нет. Фикбук? Нет. Да, продолжаем. С собой, ну, нет. Нет. Да. Возможно, частично. Нет. Нет. Задают много вопросов ли? Ну, нет. Доктор Веб? Нет. Вот давайте еще одну попытку дадим, а то потом уже напишем. Нет. Обладает русской фамилией? Нет. Любит пить чай? Нет. Нет. Возможно, частично. Известен ваш лишь по интернету. Ну, я не знаю. Вот так вот отвечу. С компьютерными технологиями. Не знаю. Квадратную форму. Как сказать? Вот здесь вот опять как сказать. Скорее, нет, не совсем. Хотя нет, давайте исправим. Справедно, нет. 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 У вашего персонажа 32 зуба. Нет. 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 Это Аська. Нет, это не Аська. Нет, я не знаю, знаете, о ком вы думаете? Может быть, это Бандика? Я определенно не знаю вашего персонажа. Чтобы утвердить добавление данного персонажа, благодарим за уточнение имени. Описание должно быть информативным, чтобы, например, Генрих Бандика, программа для записи видео. Отправить. Браво, браво. Мы победили Акинатора, а это значит, что победа моя. Хочу поблагодарить вас за внимание, за то, что вы посмотрели еще одну часть Акинатора. Всем спасибо за внимание, всем удачи. Всем пока!